Друзья, нуждающихся с каждым днем все больше и больше. То есть очень много людей мне пишут там, все, то есть у всех одна просьба. И вот недавно вот позвонил мне парень тоже знакомый, он попросил меня тоже там, ребята есть, которые они в больницу попали, то есть хочу сейчас я им помочь. Есть ребята, которые, то есть, попали в больницу, их жены остались дома, то есть, они с вирусом, там в больнице лежат, у них дома женщины, то есть, их жены остались с детьми, то есть, хочу им помочь. И в основном очень много женщин и очень много сестры, которые пишут, то есть, просят о помощи именно с детьми. То есть, бывает, я созваниваюсь, там, видеозвонок, там, достоверная информация, то есть, смотрю, да, действительно, дома дети, там, трое ребенка, ну, трое детей у нее. Я уже еду туда, то есть я отвозим им продукты. И поэтому я вот в связи, как говорится, с этим я хочу вот официально сейчас. То есть до этого дня мы как-то своими силами все покупали, то есть развозили все эти моменты. То есть, ну и подписчики, конечно, тоже скидывали, то есть некоторые. И поэтому с сегодняшнего дня хочу официально открыть сборы именно вот для тех людей, для тех, которые, то есть, попали в больницу, то есть в пневмонии лежат, у которых жены дома с детьми, тем людям, то есть женщин, повторяюсь еще раз, там дома, которые сидят тоже, то есть им с детьми, именно вот для таких людей, то есть хочу, очень многими пишут, у меня директ переполнен уже, поэтому хочу вот открыть сборы, что я хочу, чтобы вы помогли тоже, кто сколько сможет, скиньте, вот я сейчас под видео оставлю сейчас номер карты, номер телефона, который привязан. И хочу на днях, то есть через пару дней нормально закупиться продуктами и чисто. Я уже волонтеров нашел, ребята, которые будут помогать мне, они именно все на машинах, то есть и будем разъезжать кто куда, всем, то есть адреса я отдам всем ребятам и буду направлять их, то есть. И очень многие спрашивают, я только, то есть своим помогаю или другим тоже. Так как у меня подписчики, то есть все нации есть у меня, и русские, и не русские, все у меня есть, и все скидывают, я помогаю всем. Вот кого я вижу, кого вижу, что помощь нужна, я им помогаю. То есть еду, отдаю продукты, то есть и уезжаю. Поэтому без разницы мне. Бывает, мы подъезжаем к дому, допустим, там ждем человека, хотим пакет отдать. Там бабушка проходит, мы резко там пакет вытащили, там с продуктом отдали ей, там чисто по пути, то есть. Такое тоже бывает. Поэтому я вот хочу открыть сейчас сборы, то есть официально. Кто сколько сможет, без разницы, там, сколько, кто сколько сможет, скидывайте вот на эту карту, на этот номер. Эти деньги нужно собрать. Видеоотчет обязательно будет. И если даже кто-то не сможет помочь, просто хотя бы репостом поддержите видео, отправьте другу, я не знаю, кому-нибудь там. Может, вы не сможете, там, другой человек сможет поддержать. Этим тоже, если поддержите, будет очень хорошо и полезно. Где купили, как купили и куда эти, то есть куда эти продукты ушли. Мы людей не снимаем, то есть кому отдаем, мы их не снимаем, то есть потому что женщины, там сестры, все такое, их не снимаем. Но продукт обязательно, видеоотчет будет. Так что, друзья, еще такая просьба, кто сможет, это никого не заставляю, то есть никому ничего, это чисто, то есть добровольно все. Так что всем спасибо большое, кто послушал меня, кто заинтересовался. Дальше больше всем здоровья. Ассаламу алейкум.